Кулик. Кулик может пробить издали, но он тоже предпочитает пас. Это выход. Что там? Пенальти. Тут все просто разрешилось в эпизоде с Алексеем Ионовым. Вы знаете, мне кажется, что Василий Казарцев руководствовался тем, что Нарубин летел вперед ногами. Васильеву карточку за слова. Давайте посмотреть. Знаете, самое удивительное, что прыжок, конечно, Нарубина был страшным, но вот со всех повторов, мне кажется, что он не задел его. По разным углам он разводит вратаря и мяч, и это 2-0. И 2-0. Это четвертый гол. А раз его сбили, со четвертый, я поправлю наш титул. Он уже забивал абсолютно точно, и все его голы были красавцами. Но с пенальти он забивает впервые. И тоже красиво, надо сказать. Очень хладнокровно сбились, распоряжается этим мячом. Ну и какие-то сверхусилия теперь понадобятся Амкару, чтобы матч спасти.